Сегодня мы с вами узнаем тайну стрельцов. Что у них внутри, о чем они думают и как их удержать или быть с ними вместе всю жизнь. Это авантюрист. Спортивного склада. Стрельцы – настоящие идеалисты. У них множество товарищей, разделяющих страсть и развлечения, и готовы идти с ними хоть на край света. Кстати, они это очень ценят. В поисках синей птицы удачи. Главное для стрельца – это прожить жизнь на подъеме. Кстати, очень мало кто догадывается, но, между прочим, сокровенная тайна стрельцов – это мечта о свободе, пьянящий воздух, который он хотел бы пить вместе с другом-единомышленником, который так же, как и он, проводил бы бессонные ночи в доме на берегу моря и был бы свидетелем того, как он предается философским размышлениям. Его тайна заключается в поисках Святого Грааля. Его всепоглощающая любовь должна всюду следовать за ним, а для любви в его сердце места, увы, остается немного. Все очень просто. Если вы хотите быть со стрельцом, вы должны ему быть и любовью, и товарищем, и его партнером по жизни. Куда следует стрелец, туда и идет его любовь. А иначе он найдет себе напарника и пойдет себе дальше по жизни.